Сотрудники Одинцовской госавтоинспекции 10-го батальона 1-го полка ДПС «Северный» в православном храме – не такая уж и редкость. Ежегодно в День памяти Николая Чудотворца, покровителя путешественников, они приходят сюда, чтобы помолиться. Наша вся работа происходит на проезжей части дороги, поэтому это наш покровитель. В нашем округе сложилась добрая традиция в этот день совершать особый молебен о всех тех, кто совершает путешествие, и о тех, кто помогает нам в этом деле не допустить ошибок. Тамара Федоренко – бухгалтер во Всероссийском обществе автомобилистов. Уверена, в этот день посетить церковь нужно обязательно. Ну, помолиться о тех, кто в пути, ведь каждый день мы едем на работу, с работы, наши дети идут в школу. Лишний раз попросить как бы безопасности всем нам. Мне кажется, это святое дело каждого. В народе День памяти Николая Чудотворца 22 мая называют Николой Вешним. Это один из самых почитаемых в России святых. В его честь освящены порядка 5500 храмов. Это более 12% от общего числа. Лада Дудко, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».